Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Лыжня России давно выросла из соревнования в большой спортивный праздник. Площадки для сдачи норм ГТО, где и гири можно потягать, и отжаться, и пресс покачать. Столы для армрестлинга, настольный футбол и даже хоккей с мячом. На спортивной базе «Чайка» даже тот, кто не катается на лыжах, может найти себе занятия по душе. А потому самарцы целыми семьями приезжают на лыжню России. Физкультура всегда была нужна. Это еще с советских времен известно, что... Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Поэтому физкультура нам нужна, и такие праздники, они объединяют людей. Вот они помогают людям сплотиться, вытащить их из дома, оторвать от компьютеров и подышать кислородом. Конечно, население видит, население привыкает к здоровому образу жизни. Новое поколение, новые люди. Все равно это здоровье, это закалка. Это очень важно. Но главное событие, конечно, лыжные гонки, которым благоволила и погода. Солнечная, безветренная, с легким морозом. Профессионалы отмечают, метеоусловия идеальные. Погода идеальная. И самое хорошее, она идеальная. Потому что солнышко, не сильный мороз. Поэтому я думаю, что всем будет комфортно ехать. В программе праздника забеги на 5 и 10 километров в разных возрастных категориях. Быстрейших выявляют спортсмены-профессионалы, ветераны и учащиеся спортшкол. Для любителей массовый забег, посвященный чемпионату мира по футболу. Его дистанция 2018 метров. На старт вышли участники акции «Знай наших». Ребята бежали трассу с российским триколором в руках в поддержку олимпийской сборной, которая в Корее выступает под нейтральным флагом. Сегодня наша команда проводит российскую акцию «Знай наших» в честь поддержки олимпийских чемпионов, которым не разрешили, собственно, использовать флаг. Но мы за нашу команду и на финише будем как раз флагом. Традиционная лыжня России стала уже 36-й. Каждый год Самара бьет рекорды по массовости соревнования. В этом году на старт вышло более 9 тысяч спортсменов, а всего в области на трассе было больше 16 тысяч лыжников. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!